я хочу, может быть, вновь повторить, что каждый объект, который начинает МР Групп, это всегда жемчужина, новая жемчужина нашего города, и это всегда открытие. Причем открытие, которое действительно открывает как бы некий новый горизонт, это что-то новое. И сегодня мы с вами тоже присутствуем при таком открытии, при заливке фундамента новой школы. Много школ в Москве, но лично я не так часто встречаю, или, вернее сказать, вообще пока не встречал, ситуации, когда застройщик первоклассного комплекса заботится настолько глубоко и серьезно, и осмысленно о будущем своего комплекса и людей, которые будут здесь жить. И это прекрасное начинание, я бы даже сказал, открытие. Надеюсь, что этому открытию последуют многие другие строители, дизайнеры нашего города, думая столь осмысленно и внимательно. В этом смысле я считаю, что этот проект – это не просто бизнес-проект, это клуб будущего. И все мы в той или иной степени здесь стоящие сопричастны оказываемся этому будущему. Будущему нашего города, нашей страны. И прекрасно, что будущее это здесь, сейчас, начнется с молитвы к Богу. Школа должна по-настоящему стать жемчужиной этого комплекса, сформировать такую зону притяжения для северо-западного округа столицы. Эта школа, 300 детей начальных классов, 515 учеников средней и старшей школы, больше 15 тысяч квадратных метров. Будет оборудована самым современным оборудованием. Это и медиабиблиотека, самые современные IT-классы, и лабораторный комплекс, и очень много чего другого. Это очень амбициозный для нас сложный проект, и мы обязуемся Курчатовскую школу не подвести и сделать все в самом лучшем виде. Желаю легкого строительства, чтобы школа была построена легко, в срок, и чтобы как можно скорее сюда пошли жители этого жилого комплекса. Спасибо. И спасибо. Да, тоже хочу отметить прекрасную погоду. Последние дни она не задалась, а сегодня это, наверное, так вот свыше нам знак такой. Потому что сегодня торжественное событие. Мы с сегодняшнего дня уже не будем говорить о строящейся школе как о будущем. С сегодняшнего дня мы будем говорить о настоящем. Я невероятно признательна Департаменту образования и науки города Москвы за оказанную честь и доверие Курчатовской школе для того, чтобы наполнить лучшую по своему оснащению школу одним из лучших содержаний города Москвы. Курчатовская школа в этом году по результатам прошлого учебного года получила грант мэра первой степени. Мы входим в топ-20 школ города Москвы по оценке качества образования, которое мы даем. И я убеждена, что в лучшей по оснащению, по своей структуре школе будут учиться достойные дети, которые выведут нашу школу из этой двадцатки на самое-самое первое место. Мы приложим массу усилий для того, чтобы это было действительно так, и чтобы что-то новое стало новым с точки зрения качества содержания образования. Я рад здесь вас всех приветствовать. Я хотел отдельно поблагодарить коллег, проектировщиков с McKinley Development, своих коллег с MR Group, кто занимался проектированием данной школы. Мы получили проект с достойной архитектурой. В процессе проектирования мы с коллегами из McKinley часто спорили, иногда даже ссорились. В результате мы получили проект, за который нам не стыдно. Сейчас совместно с генподрядчиком у нас задача построить данный объект в установленные сроки с высоким качеством. И я уверен, что через 3 года данная школа будет являться украшением района и гордостью жильцов жилого комплекса «Ситибэй». Сегодня очень знаменательный для нашей компании день. Сегодня мы передаем палочку эстафеты замечательным строителям, которые
вышли на этот объект. Проделан очень серьезный, большой путь совместно с нашим дорогим и значимым для нас очень заказчиком. Владимир перед моим выступлением сказал, что у нас школа рождалась, мы даже ссорились. Я думаю, ссор никаких не было, иначе бы такого прекрасного объекта не получилось. Были жаркие дискуссии, в результате которых рождалось истинное и оптимальное проектное решение, за что мы благодарны очень нашему заказчику, поскольку нам был выдан очень большой и серьезный карт-бланш. Мы с самого начала проектирования понимали, какой это знаковый объект для такого знакового жилого комплекса. Мы вкладывали в него все свое умение, душу. Не считались сотрудники McKinley никогда ни с личным временем. Был период, я как-то еду 1:30 мимо офиса, а у меня в половине офиса свет горит. Думаю, черти, выключить забыли свет. Поднимаюсь, а архитектурный отдел, конструкторский и инженерный сидят, проводят совместно совещание. У меня глаза удивленные на них. Они говорят: Андрей Ильич, вы езжайте, езжайте. Вы не понимаете, насколько нам интересно. И это было в выходной день. Поэтому еще раз вот благодарю нашего заказчика. И особую благодарность мы бы хотели бы сказать Департаменту образования и науки, вот Александре Анатольевне, ее сотрудникам, потому что то же самое было по отношению к нам, как со стороны заказчика, полный карт-бланш. Огромная-огромная помощь была от сотрудников департамента. Елена Константиновна и Екатерина Сергеевна, они никогда не считались, у них жуткая нагрузка была, сдаточные объекты, горячий период, но коллеги находили время, там, если у них в течение рабочей недели на нас не хватало времени, они жертвовали своими выходными днями, встречались с нами, консультировали нас, давали советы. Вот благодаря сплоченности работы вот такой команды, заказчика, департамента образования и нас, я понимаю, что получается такой объект, за который не будет стыдно перед потомками. Я надеюсь, что дети детей, которых придут сюда учиться, им будет точно так же интересно, и с таким же вдохновением они будут идти в школу, потому что мы хотели сделать философию школы такой, что дети не приходят и уходят в школу, а что дети приходят в школу и их выгоняют из школы. Закрываем капсулу и уже готова для того, чтобы вручить вам мастерки и, собственно говоря, поместить капсулу внутрь и уже, пожалуйста, пожалуйста, вручаем вам. Так, фотография, вот мастерок. Так, открываем. Ваши аплодисменты, давайте, пожалуйста, подходите поближе, конечно. И директор школы, обязательно. Маленький тумбе, у нас есть цемент, пожалуйста. Да, вот так вот это и происходит, аплодисменты. Вы знаете, это волнительный момент, это замечательное событие. Много детей, ярких, радостных детей. Так, и здесь монетки, я так понимаю. Да, 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 да. Ну что, мы готовы? Давайте все вместе откроем обратный счет. Вы готовы? 5, громче, 4, 3, 2, 1, начинаем! Все ребята, которые здесь будут учиться, будут получать высококлассные знания.
И самое главное, любить и школу, и учиться. Спасибо большое!